Как истинные ниндзя, вы должны всегда быть в темноте. Вы должны безупречно выучить искусство стиля ниндзицу. Став частью тьмы, вы должны положить конец злому Шреддеру. Теперь отправляйтесь, сыновья мои. Мы долго и упорно сражались в войне против наших ненавистных врагов — Федерации. Была пролита кровь драгоценного Сератона. Наш славный родной мир был разбит сражением. Но благодаря нашей храбрости и силе вооружения мы заставили могучую Федерацию отступать! Очень скоро мы нанесем им ответный атакующий удар. Искупаемся в сладком нектаре победы. Наш путь свободен. Мы должны перехватить эту забаву будущего, который хранит у себя мозг профессора Ханиката. Его устройство для телепортации поможет нам сокрушить Федерацию и захватить правление над Вселенной раз и навсегда. Забава будущего и его союзники использовали телепорт, бежав от нас в прошлый раз. Но мы отследили след потока транзитных частиц телепорта до самого дальнего уголка галактики Т-17. Это ничтожная, заполненная водой, зелено-голубая планета. Даже если нам понадобится разорвать этот жалкий мир на куски, забава будущего все равно попадет в наши руки. Начать обратный отсчет к победе! Победа! Победа! Сэр, у нас проблема. У нас множество невидимок. Это космические корабли, сэр. Нас атакуют из... Нет. Космоса? Пришельцы? Трисеритонцы! Терпеть не могу этих парней! Нам нужно что-то предпринять! Но что мы можем сделать против целого нашествия? На помощь! Существо, похожее на динозавра! Может быть, мы не сможем спасти целый мир, но мы наверняка сумеем спасти эту старушку! Вперед! Yeah!
помощь! Ужасные космические пришельцы! Думаю, она хотела сказать спасибо, что спасли меня.